Всем привет! В сегодняшнем зимнем видео краткий обзор Millennium Place Dubai Marina. Это городской отель в Дубае. А когда, как не зимой, ехать в городские дубайские отели, когда не очень жарко на улице и вполне комфортная погода для перемещений и экскурсий? Отель принадлежит сети Millennium Hotels, в которую входит 49 отелей по всему миру. Несколько из них находятся в Дубае. У них похожее название, так что смотрите, не перепутайте с другими отелями сети, например, Millennium Place Barsha Heights, обзор которого уже был у меня на канале. Millennium Place Dubai Marina имеет категорию 4 звезды, открыт в 2019 году, состоит из одного 22-этажного здания и находится в шикарном месте. В самом, на мой взгляд, интересном районе Дубая – это Dubai Marina. Это район с очень развитой инфраструктурой, с множеством интересностей и достопримечательностей, с непосредственной близостью к пляжу JBR. Поэтому, располагаясь в данном отеле, вы можете совместить проживание в большом городе с пляжным отдыхом. Про пляж JBR также было отдельное видео у меня на канале, можете его посмотреть. Ссылка находится сейчас в правом верхнем углу экрана. В нескольких минутах ходьбы от отеля находится станция метро. Это очень удобно для передвижения по городу, а также неподалеку находится торговый центр Dubai Marina Mall. В отеле всего 453 прекрасно оборудованных номера с потрясающим видом на городской пейзаж, Dubai Marina и Sheikh Zayed Road. В отеле всего 3 категории номеров. В номерах современный интерьер, одна двуспальная либо две односпальные кровати. Отель относительно новый, поэтому все здесь находится в хорошем состоянии и на достаточно высоком уровне. В отеле бесплатный Wi-Fi работает на всей территории и во всех номерах. Заселение, как обычно, после 14, выселение до 12. Не забывайте о городском налоге в Дубае, который вы платите при заселении, и о депозитах в отелях Дубая, которые возвращаются при выселении. Отель предлагает несколько типов питания. Это завтрак, завтрак-ужин, полный пансион или вариант без питания. При бронировании вы можете выбрать любой из этих типов питания. Конечно, в отеле вы сможете докупить себе ужин, например, но выгоднее выбирать интересующий тип питания именно при бронировании. В отеле есть небольшой бассейн. Это все-таки городской отель с маленькой территорией. Полотенца, зонтики и шезлонги предоставляются бесплатно. Также в отеле есть спа-центр, два небольших конференц-зала и бар. До пляжа JBR примерно 1,5 километра, что в рамках Дубая совсем недалеко. Это городской пляж, посещение его бесплатно. Вход в море песчаный, пологий, пляж комфортный и подойдет для всех категорий туристов. Если вас заинтересовал данный вариант, либо другие отели Дубая, обращайтесь в наше турагентство по телефонам, которые вы видите на экране. Полные контакты вы найдете в описании под данным видео. Надеюсь, видео было кратким и информативным. Всем пока и до встречи в новых выпусках.